Друзья, если бы вы хотели, чтобы вам выпал нереально топовый игрок, тогда обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, какой самый лучший игрок вам выпадал. Всем вам удачи! А спонсор... Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад Кабос. У нас вышли новые наборы FIFA Mobile 20 версии, а также помимо набора вышло еще события. События, если честно, очень сильно схожи с тем, что у нас было уже в Октоберфесте, но есть свои нюансы, конечно. Сейчас я советую многим из вас выбирать не игроков, а усиления, потому что игроки очень быстро дешевеют и от них особо толку никого нету. И, кстати, напоминаю, в течение 1-2 дней я делаю нереальные розыгрыши. Первому победителю 12 тысяч FIFA Points, второму 5 миллионов монет, а третьему 2,5 миллиона монет. С вас лишь обязательно подписка на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий. Ребята, я буду проверять на все выполненные условия и завтра, кстати, результаты. Так что обязательно смотрим мои ролики до конца, надеюсь, вам понравится. Ну а пока что мы начинаем элитный набор очков голом. Ну, походу, самый лучший вариант купить за 5000 самоцветов. Перед тем, как я открою этот набор, я хочу сказать большое спасибо Ивану Шарапову за предоставленный аккаунт. Ванюха, спасибо огромное за предоставленный аккаунт. Мне очень приятно. Ладно, давайте мы пока что откроем 5000 самоцветов. Набор Дня Мертвых. Итак, очки. Ну, это самое главное, все, что нам нужно. И корона выпадает. Рейтинг 88. Не знаю, это выгодно, не выгодно за 5000 самоцветов. Надеюсь, то, что да. Перейдем пока что к событию. Ну, кстати, я вот еще не знаю, что же купить моему подписчику, другу, за то, что предоставил мне этот аккаунт. Возможно, какое-то предложение стоит ему купить. Точно еще не знаю, что стоит сделать. За предоставленный аккаунт я ему нереально благодарен. Ладно, давайте купим эту штучку. 65 гривен стоит. Пускай будет. Надеюсь, ему это пригодится. Вот очень надеюсь. Так, обработка идет, платеж выполнен. Хорошо, хорошо. Если видосик зайдет, закину тебе еще сюда, не знаю, FIFA Points, либо что-то еще, скажешь то, что тебе нужно. Возможно, монет даже закину. Очки VIP. Очко гола 20 штучек. Еще, хочу обрадовать всех вас. Очень скоро у нас выходит турнир кумиров. Ну, не турнир кумиров, конечно, а возможно турнир кумиров, точно не знаю. Какой-то турнир будет схожим с тем, что у нас было раньше, турниром кумиров. Там 2-3 дня... Нас eSports просто-напросто заставляет задротить ради очков, ради крутых наград, с помощью которых мы будем получать одних из самых лучших игроков, которые будут в этой версии FIFA Mobile. Ну, короче, не одних из самых лучших, это так чисто я утрирую на самом деле. Ну, неплохих игроков, в общем-то. Так что, ребята, обязательно готовьте свои составы, максимальный рейтинг будет 95-й допустимый. Если у вас ниже рейтинг, то, конечно, это все уныло будет, потому что, ну, просто-напросто, вам будут попадаться в режиме атаки в этом турнире игроки с рейтингом 95, а у вас, например, рейтинг 90, и все, типа, шансы на самом деле будут неравны. И вам придется как-то, я не знаю, ну, не особо себя хорошо чувствовать, когда вы играете против рейтинга 95, а когда у вас 90 рейтинг. А если у вас вдруг ниже рейтинг, нежели чем 90, тогда вообще полная габела будет. Так что обязательно, ребята, в эти дни качайте максимально овер вашего состава, и все у вас будет шикарно. Ну и выбирайте, главное, схему толковую, с помощью которой вы будете забивать нереальное количество голов. И будете пропускать, конечно же, меньше. Ладно, переходим пока что к событию. День мертвых. Итак, итак, итак. Спасибо, eSports, за то, что вы нам добавили «Как играть», новая глава. Ну, нереальная благодарность. Самое смешное, когда мы заходим в эти вот разделы поле, гол, награды, там всегда Эденазар появляется и подсказывает нам, что нужно сделать. Зачем нужно добавлять главу «Как играть»? Просто-напросто вдвойне считают нас за тупых. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам это событие, понравилось ли оно вам или не. У нас 66 очков, итак, заберем 250 тысяч монет. eSports в этот раз сделали на самом деле очень толковое событие, я даже не знаю, что забирать лучше всего. Я бы усиление навыков сейчас взял бы. Я ставлю моему подписчику это все. Мы так чисто будем проходиться. Он будет уже выбирать, что ему нужнее. Усиление навыков, либо что-то еще. Так. Забираем. Но я вам даю совет. Лучше всего забирайте усиление навыков. Вы будете кайфовать. Так. Забираем его. Пизарро, рейтинг 84. Конечно, прикольное событие, но игроки очень быстро дешевеют. Ребята, если вы сразу же открыли, как только вышло это событие, вам выпал вдруг игрок с рейтингом 82, 84, 86, там 89, либо 90, пожалуйста, продавайте его за 50% от его стоимости, которая дается в автоцене. За 50% от его стоимости, которая дается в автоцене, чтобы он сразу у вас ушел с рынка, и вы заработали на нем. Потом он будет очень сильно дешеветь. Вы это все уже давным-давно знаете, но просто-напросто некоторые из вас скупятся.
Вот, ну, видите, автоцена показывает вам 7-8 миллионов монет. Вы думаете, блин, продам за 7, 100% ее купят. Нет, продавайте за 3,5, за 4 миллиона монет, и у вас заберут его моментально. Не скупитесь, ребята. Будете скупиться, ничего у вас не будет получаться, и вы будете сидеть без монет и с игроком, который стоит, например, уже миллион монет, когда стоил 3-4 миллиона монет. Так что, ребята, прислушивайтесь, пожалуйста, к моему совету. Ну, а пока что мы получили игрока с ранком 84, и это уже довольно-таки неплохо. 500 тысяч монет. Монеты как раз в этом событии очень нам нужны. Здесь, я думаю, игрока он взял бы, но не точно. Итак, нам не хватает, кстати, не хватает, блин. Что же делать в таких ситуациях? Даже не знаю. Так, сколько не хватает? Блин, придется тратить самоцвет. Итак, заходим в магазин. День мертвых. Откроем парочку наборов за самоцветы и посмотрим, как у нас будут обстоять дела. Очко гола 20 штучек. Ну, это слабо, слабо. Конечно, когда вот есть вот такие вот игроки, и нам очко гола все лишь выпадает, ну, не то совсем. Ни туда, ни сюда. Набор дня мертвых. Снова очко гола. Ну, блин, ну что ж такое? Давайте еще один набор откроем. Чего игроков нету, не понимаю. Ладно, переходим обратно. Хотя, кстати, вот смотрите, есть еще вот это вот предложение. 20 очков гола стоит 30 гривен. Блин, купить его, не купить? Не знаю. Ну что, пока что переходим вот сюда, вот день мертвых. Ну а вообще, если кому-то из вас нужна крутка монет, либо FIFA Points, обращайтесь ко мне в личном сообщении ВКонтакте. Цены будут приемлемы для каждого из вас. И, кстати, напоминаю, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будут результаты на 12 тысяч FIFA Points, 5 миллионов монет и 2,5 миллиона монет. 3 победителя, так что с вас обязательно подписка, лайки, любой комментарий. Все это будет проверяться. Все вот эти ролики, которые я делал там, с каждого ролика, который я делал на протяжении 3 дней, будет выбрано по одному победителю. Так что, ребята, обязательно участвуйте, и всем вам хочу пожелать удачи. Мы пока что точку выбора забрали. Забираем сейчас усиление навыков. Блин, ну тут подходим к серьезным игрокам. Все ближе и ближе. А вот здесь как раз мне интересно, сумели я получить игрока с ратем 90. Я уже не особо хочу донатить, я могу еще купить там набор за 30 гривен. Это будет 20 очков и там 1 500 000, конечно, заманчиво такое предложение. А здесь уже 65 очков нужно. Блин. Ладно, давайте сделаем моему подписчику 1 500 000 монет. Я думаю, они ему пригодятся. Возможно, там он еще сумеет забрать других игроков. Будем стараться. Или, блин, сколько тут будет жетончиков? 20 очков? Если бы тут хотя бы, ну, 100 очков было бы, ну, не 20 явно. Вообще смех. Такое делать аж смешно, eSports. Ну, постыдились бы хотя бы. Ладно, открываем. Набор дня мертвых. Ну, хотя бы один игрок выпади уже. Ну же, любой игрок. Да ну ладно, ни один игрок не выпал. Просто ни один игрок не выпал. Уровень моего фарта максимально высокий. Да, конечно. Раньше в той версии FIFA Mobile всегда мне выпадали топовые игроки. Здесь что не открою, какое-то говно выпадает. Вот постоянно. Итак, 30 гривен мы тратим. Ради очков. Так бы на самом деле не тратил. Но нету никакого смысла тратить. Вот как раз именно когда турнир у нас начнется, там будет все самое, ну, самое сладенькое, самое интересное, что нас ожидает в этой версии FIFA Mobile. Так, очки VIP. Очки гола. И Лайнес. Ну, Резин 79. Я, конечно, не знаю, сколько он стоит. Думаю, очень мало стоит на рынке. Переходим в события. Заберем монеты моему подписчику. Ну, а после этого уже все на нем. Я думаю, то, что он сумеет забрать здесь игрока. Событие только началось. Мы будем ждать события в четверг. Будем ждать события, начиная с пятницы по воскресенье, если вдруг турнир состоится. Хотя eSports нам обещают, клянусь, говорят: все, ребята, мы справимся, мы сделаем для вас конфет. eSports задумались и теперь делают для вас самое лучшее, как всегда. Ну, мы верим в лучшее. А с вами был, как всегда, ваш VladKaBoost. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем вам хочу пожелать удачи в личной жизни. Ну и не забывайте, реально, подписывайтесь, пацаны. Я не могу понять, что, впаду нажать на колокольчик или что там. Также обязательно ставьте лайк. До скорых встреч, всем пока!